можно. Да нет. Чё, почему нет? Мало людей? Мало, они все там стоят. Ладно, мы сейчас сыграем еще какую-нибудь интересную песню. В принципе, как и все наши. Давай обмен информацией. Алло. Мы... Алло. Давай обмен информацией. Йоу-йоу-йоу! Всем с вами! Да, всем с вами! Группа Rattles in the House. Следующая песня... Песня «Размажу твои щи по столу». Я слишком жадный, чтобы с вами поделиться хоть частью своего прекрасного золота. А, блядь, следующая песня «Гитлер и Шарона».
Thank you.
некоторое время назад обещали вам спеть старые плохие песни. Вот, чтобы вы знали, откуда растут корни культа, блядь. А следующая песня «Стоп». Ребят, стоп. Давайте вы не будете сидеть спиной к музыкантам. Стоп. Давайте вы не будете сидеть спиной к музыкантам, это не очень красиво. И вы будете бороться. Потому что я... Ебаный петух! Следующая песня «Стоп» через «Т». Песня и «Стоп». Давай. Песня. Так правильно. Был день рождения, и он уже совсем большой, поэтому пора ему уже получить по ебалу. Песня праздничная. Полтора года, по-моему, три. Так вот, следующая песня. Да, давайте сыграем ее все-таки, ебаный в рот. Давай. Давай. Играй, блядь. Давай. Этого не было, дайте мне следующая песня. Огромный боевой человекоподобный Сталин. Дорога нам дается, все пойдет.
Песня посвящается как раз таки им. Армия анальных педовок. Что? Ну ладно, хорошо. А кто был скейтером-коммунистом примерно в то же время? Вот, здорово. Так что эта песня будет называться «Армия анальных скейтеров-коммунистов». Хой.